Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад, что сегодня у нас первая такая июльская передача. Началось лето замечательное. Нашем, в Ленинграде жарко. И жарко, грозы были уже 1 июля, когда за 1 июля это хороший приз. Ну что ж, я вообще люблю летнюю грозу. И новости, ну кроме грозы, у нас тоже есть всякие интересные истории. И сегодня мы будем говорить о таком прям вот потоке событий, который у нас произошел, который имело бы смысл коротко обсудить. Ну, а очаровательная такая замечательная новость, хорошая, она прямо такая вау, это новость о том, которую распространили вечером 1 июля. Пошла информация, что вот, мол, у нас Всемирный банк, да, большой белый господин, да, признал, что Россия страна с высокими доходами. Да, с высокими доходами. Высокий доход 14200 долларов в год. Да, 1200 долларов в месяц – это уже высокие доходы. А раньше были выше средних. А выше средних у нас считаются доходы, значит, это от 4000, да. Вот. Значит, в чем здесь прикол? Значит, дело в том, что Россия на этой остановке уже была. Уже признавали нас страной с высокими доходами. И было это в 2013 году. Так, летом они пересматривают данные по 2013 году. 2023 пересмотрели, тогда были смотрели по 2012. И вот тогда у нас уже были подушевые доходы вот выше этого высокого уровня, там, в 1000 долларов. А что было 10 лет? Ну, а что такого случилось, что вот в 2013 году у нас, у России были, у россиян были высокие доходы по мировым меркам, значит, в 2013 году, потом что-то такое, и вот через 10 лет опять вот 14200 долларов в год приходится на каждого россиянина, 1200 в месяц в среднем. Я, кстати, в канале спросил своих уважаемых подписчиков из чистого любопытства, ваш годовой доход больше 14200 долларов или нет? 40% ответили, да, больше, 41%. 39% нет, меньше, а 20% хотели только посмотреть ответы. Вот интересно, почему? И ну, на самом деле, мне написал человек хороший вопрос. Говорит, да, говорит, у меня доход больше 14200 долларов в год. Да, это правда. Но, говорит, у меня еще трое человек на иждивении. И как тогда считать? А вот так и считать. Потому что у нас Росстат, например, казалось бы, Росстат гораздо менее оптимистичен в отношении доходов россиян. Росстат пишет о том, что у нас доходы, да, действительно, получают самый распространенный размер подушевого дохода от 27 до 45 тысяч рублей в месяц, 26% россиян. Да, больше 100 тысяч рублей, то он больше 1200 долларов, получает 11% граждан. То есть, если вы получаете больше 100 тысяч рублей в месяц, значит, вы входите в 10, в верхний десель, в 10% самых обеспеченных россиян. Но я подозреваю, что уровень между вот этими там, 100 тысяч и 100 миллионов в месяц дохода – это две большие разницы. Вообще, мне всегда запомнилось в детстве, была такая у меня, сейчас дома лежит, конечно, там такой сборник, четырехтомник стихов Сергея Михалкова, отца вот Никиты и Андрона Михалковых. И у него там вот прям врезалось в память такое стихотворение, потому что я не сразу понял его смысл, да. А он же был для взрослых, такой был, стишок был такой, помню его, как сейчас. У Джона было два стандартных дома,
два телевизора и новых два авто. А у его однофамильца Тома голодный взгляд и драное пальто. Но в среднем оба этих гражданина, по неким данным, жили наравне. Дом, телевизор, новая машина. Для одного достаточно вполне. И, ну, не сразу я врубился, но да, действительно, что, а что такого? Ну, дом, телевизор, новая машина. Для одного достаточно. Ну, потом понял, что фан. Ну, собственно, если большое богатство одного разделить, как условно разделить на двоих, то окажется, что подушевой уровень он вполне себе приемлемый. Но это не меняет факта, что один миллионер, а второй бедный, у которого нет ничего. И вот это вот такая хитрость всех этих средних, всех этих средних показателей. Вообще, раз уж мы заговорили о подсчетах вот эти вот, и как вообще считаются, мы очень часто говорим, очень часто используем активно термины, там, воловой внутренний продукт, ВВП на душу, ВВП по паритету покупательной способности, очень популярная. Давайте я просто расскажу, что это такое, да, что это значит. Значит, ВВП по рыночным ценам, воловой внутренний продукт по рыночным ценам, он измеряет общий размер экономики в долларах, да, если считают его. Он подходит для того, чтобы сравнивать экономики по размеру, по важности в глобальной экономике и так далее. Но, грубо говоря, это сумма всех покупок, которые совершаются в стране. Вот все, что купили мы, да, все у нас идет, вот это все идет в ВВП. Поэтому, условно, там, да, посадили дерево, это рост ВВП. Спилили дерево, это тоже рост ВВП, да. Не знаю, сломали мост, рост ВВП, разрушили, восстановили мост, рост ВВП. То есть все, что делается, все рост ВВП. Любое действие. Значит, ВВП на душу по паритету потребительской способности. Вот с помощью него считают средний уровень жизни в стране. И здесь используются другие цены, не рыночные, а условные. Вот паритет покупательной способности, чтобы учитывать такой факт, что в бедных странах цены на многие блага ниже. То есть, условно, за те же деньги можно купить больше. И он подходит для того, чтобы оценивать, где лучше средний уровень жизни. И еще раз, сравнивать это имеет смысл, если мы считаем это на душу населения. Потому что, ну, по дефолту, у вас, считая там ВВП по ППС, у вас всегда будет впереди, условно, Китай, потому что там 1,5 миллиарда человек большой. А вот если мы поделим эти китайские ППС на каждого китайца, то окажется, что конкретный китаец, ну, он вообще-то победнее конкретного россиянина. А значит, дальше. ВВП на душу населения по рыночным ценам. Это среднее производство на жителя. И вот он, в принципе, подходит для оценки производительности. То есть, чем больше человек производит ВВП, тем лучше. Да? Но в чем здесь проблема? Работают далеко не все. То есть, в разных странах работает разная доля населения. И вот если считать ВВП по рыночным ценам, в расчете на одного работника, а на душу населения, то тогда это хорошая мера производительности труда. Сколько продукта по рыночным ценам производится в среднем в расчете на одного работника. Ну вот очень известная, популярная такая есть история про то, что якобы вот экономика Японии, она стагнирует. Да? Экономика Японии длительное время не растет. Да, вот там после финансового кризиса начала 90-х, там у них продолжительная стагнация, экономика Японии, вот она, так сказать, стабильно держится. Но на самом деле экономисты говорят, что если посмотреть на такой факт, что население Японии стареет, и в Японии все больше стариков, пенсионеров, и, в принципе, у них сокращается количество работников, а Япония – это страна, которая не завозит гастарбайтеров, очень они равнодушно относятся к приезжим, и там в Японию приезжает мало всяких беженцев, нет, там нет этой системы, не приезжают к ним, сами японцы работают. Но работников становится все меньше.
А экономика не сокращается. Растет потихоньку, но сокращения никакого нет. И это значит, что производительность туда растет. Да, японских экономика, ну, как бы не сильно не прибавляет, но работников меньше. Это означает, что японская экономика тянет и огромную прослойку иждивенцев, она тянет и тех, кто работает. Ну да, ничего страшного. Работников производительность выше. То есть здесь ВВП на душу по рыночным ценам, это оценка производительности. Ну и ВВП по паритету покупательной способности. Значит, ну, формально там сравнивается весь масштаб экономики, но он сравнивается по нерыночным ценам, а по ценам, которые ну, примерно там определяет Международный валютный фонд, сколько что где стоит, причем определяют с большим запозданием. То есть там, например, вот сейчас говорят, вот ВВП по ППС такой-то, а цены там те, которые были посчитаны там, для 2017 года. То есть здесь они почему популярны? Это потому, что если считать по ВВП по ППС, то Китай давно обогнал Штаты. Но, знаете, как в попугаях я гораздо длиннее, да? То есть это значит, что мы так вот подбираем какую-то меру под тезис. А вот делить на количество жителей не хочется, потому что тогда картинка получается сильно не в пользу Китая. Да? Поэтому лучше на вот эти все игрушки с ВВП по ППС, которые у нас, потому что считая по ВВП по ППС, Россия там уже четвертая экономика, там третья экономика, скоро первая, наверное, будет. Нет, Китай обогнать нельзя, Китай рассердится. Вот. Поэтому здесь вопрос о мерах. Так что, конечно, каждый может оценить степень своего благосостояния, исходя из вот этого. Замечательно. А вообще лучший показатель благосостояния – это сколько вы работаете и что вы можете купить, проработав энное количество часов. Вот, собственно, и главный момент. И что вы можете купить, и какого качества товары вы можете купить. Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое. Продолжая вот эту историю с нашими оценками по показателям и с ценами, на что мы там будем жить. Значит, вот у нас, как мы знаем, у нас накрылась ипотека, про ипотеку льготная, истек срок действия льготной программы ипотеки, по которой ставка составляла 8% годовых. Мы про это достаточно много рассказывали. И ну, продолжают действовать льготные программы для семей с детьми с IT-специалистами. Но для всех, кто в эти категории не попадает, стоимость ипотеки вырастет. И рыночные ставки начинаются от 17% годовых, с учетом всех страховок, полная стоимость кредита может достигать там, 20%. На завершение программы вот этой льготной ипотеки на новостройке с поддержкой это может привести к падению спроса на новостройки. Значит, почему сейчас все-таки решили отказаться от льготной ипотеки? Ну, у меня есть большое представление, у меня есть представление о том, что, скорее всего, строительный сектор и все, что связано с потребительским сектором, строительный сектор тянет потребление, тянет только промышленность, они уже стали съедать те ресурсы, которые правительство хочет направить на что-то другое. То есть вот этот вот рынок жилья стал съедать тот сектор, который правительство съедать ресурсы из других секторов экономики, которые правительство хотело бы поддерживать. И тянуть и массовое строительство жилья, хотя даже поддержание строительства жилья, и тянуть другие сектора правительство не очень хочет. Хотя расходы на поддержку
ипотеки, они, конечно, несопоставимы с расходами, которые правительство тратит на другие вещи. Ну что же, тогда мы с вами после совсем небольшого... А нет, подождите, еще перерыв, там рано делать. Мы, раз уж мы договорили про кредиты, то еще момент хороший. Центральный банк впервые установил надбавки по автокредитам для россиян, которые уже отдают на обслуживание займов больше половины месячных доходов. Вот такая информация. Значит, хотят прижать и автомобильное кредитование. Значит, здесь тоже интересный момент, потому что смотрите, что у нас получается. У нас начал дорожать автомобиль, не просто становится действительно менее доступным. Автомобиль действительно становится менее доступным. С автомобилем у нас он теперь не средство передвижения, а отчасти, ну, не роскошь, но почти последние два года он стоимость автомобиля растет, стоимость владения этим автомобилем растет. Но вот уже сейчас, чтобы купить средний автомобиль ценой 2 миллиона рублей на 5 лет с первоначальным взносом 30% и платить до 30% своего дохода, надо зарабатывать от 125 тысяч рублей. Да? Вот те самые, кстати, вот уже не 1200, это уже 1400 долларов. Ну и, кстати, если убрать столицы и отдельных получателей больших денег, то в регионах далеко не все, очень немногие семьи могут себе уже позволить. Ну и как купить новую машину, внеся всю сумму целиком. Поэтому будут держать, доезжать на том, что есть, откладывая покупку новой машины. Средний возраст автопарка у нас уже вырос на несколько лет. И что значит здесь в этой ситуации? Это будет расти нагрузка на общественный транспорт. Если ты не можешь обновить себе машину, купить машину, вообще подумаешь, покупать ее или нет, тебе придется садиться на общественный транспорт. И вот тут есть момент. Если мы сокращаем личный транспорт, да, то растет нагрузка на общественный транспорт городов. Да, и для города это плохо. На уровне города это проблема, на уровне города это хуже. Почему? Меньше мобильность ваш, это хуже позиция на рынке труда. То есть мы можем считать, что, ну, ребят, чем меньше у тебя возможностей послать нафиг там надоевшего тебе начальника устроиться на другую работу, тем более твоя сильная позиция переговорная по труду. Если, прости, тебе ехать некуда, и ты прикован к предприятиям, до которых ты можешь доехать на автобусе, ну, привет, у тебя уже гораздо меньше выбора. Раз. Плюс еще вся экономика современного города строится на том, что люди по нему передвигаются. В этом месте он спит, в этом месте он работает, в этом месте он ест, в этом месте он развлекается, в этом месте он ходит за какими-то, значит, там, покупками, и вот ему в это время показывают рекламу, ему в это время там подвозят его на разном транспорте, человек еще какие-то спонтанные возникают хотелки, он вот проникается таким, как городским духом, проводит время, тратит деньги, пришел, завалился, лег спать. А, значит, если мы убираем из этой схемы возможности оперативного перемещения по городу, опс, тогда человек, когда экономика начинает перестраиваться, человек уже сидит дома, человеку есть силы только доехать от дома до работы. Ну а что дома? Смотри телевизор, вызывай курьера, когда что-нибудь тебе привезти. Тебе тупо тяжело, ты устаешь, да? Но на уровне, если для города это плохо, то на уровне вот той экономической модели, которая у нас в стране раскручивается, это хорошо. А для начальства хорошо, ну сидит человек дома и сидит. Довезли от жилого комплекса до промышленной площадки на автобусе утром, вечером забрали. Все, сиди дальше, тебе выходные, тебе особо некуда, незачем, транспорта нет, машин нет. Ну и самое что делать, смотреть телевизор. Все, как говорится, в понедельник на работу. Вот, поэтому, когда автомобиль, как роскошь, это плохая история.
Ну что же, коллеги, значит, через буквально несколько, я напоминаю, что у вас есть возможность поддержать канал «Ищем выход», который существует благодаря только вашему доброжелательному содействию и поддержке. Очень хорошо. И сейчас самое время это сделать. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Через несколько минут я расскажу еще текущие наши экономические истории. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Мы продолжаем наш рассказ о наших экономических новостях. Первая неделя июля в России. Чуть не сказал в Советском Союзе. Нет, не Советский Союз. Да, кстати, очень забавно. Надо будет поговорить о том, что в конце расскажу. Чем РФ принципиально отличается от Советского Союза, очень сильные различия есть. Но это наконец передача, постараюсь успеть. Значит, что у нас будет дорожать? Да? Ну, во-первых, пошли такие признания от финансового регулятора о том, что инфляция, конечно, не укладывается в заданные рамки. Почему она не укладывается в заданные рамки? Ну, потому что у нас умные люди. Потому что люди у нас умные, они прекрасно понимают, что происходит и как они и как надо поступать. Центральный банк у нас повышает ставку для чего? Он рассчитывает на то, что люди будут меньше брать там потребительских кредитов. Почему? А потому что потребительские кредиты – это рост спроса на валютную выручку, то есть на импортные товары. Сразу каждый рубль, который мы тратим, он требует какого-то кусочка от валютной выручки для того, чтобы мы могли купить то, что производит, то, что мы потребляем, потому что в этом всем велика импортная компонента. Раз. Следующий момент, который важен еще, это то, что люди, которые употребили потребление, оно поглощает те ресурсы, которые правительство запланировало там, отправить для другой отрасли. А почему, почему люди все равно продолжают брать кредиты, не глядя на проценты, не глядя на цены в магазинах? А потому что люди видят, что со всех сторон политика правительства, она направлена на... она провоцирует инфляцию. Правительственные расходы, все, что происходит вокруг, оно работает на дальнейший рост цен. Если все дорожает, то значит будут дорожать и товары, а лучше жить в кредит, лучше тратить деньги сейчас. Но смотрите, люди видят, здесь не надо макроэкономику знать. Здесь не надо макроэкономику знать, надо просто помнить историю о том, что как всегда поступало правительство, когда оно накачивало деньгами какой-то приоритетный для себя сектор, а потребительских товаров не хватало. На 47-й год конфискационная денежная реформа. 61-й год денежная реформа с девальвацией. 91-92 год, заморозка сбережений, денежная реформа, девальвация, инфляция. 98 год, девальвация, инфляция. 2008 год, девальвация, инфляция. 14 год, девальвация, инфляция. Каждый раз, как только доходы людей подкрадываются к определенному уровню, правительство делает все, чтобы стереть и эти доходы, и свои, соответственно, обесценить социальные обязательства. Почему сейчас должно быть что-то по-другому? Да? И люди смотрят и думают, ну ок,
У нас он повышается, там, стоимость парковки в Москве, да, с 450 рублей уже до 600, да. А, значит, у нас люди повышаются, там, тарифы ЖКХ в среднем по стране на 10%, энергия, водоснабжение, газ, там, от региона к региону. В Петербурге тарифы не изменятся, но это потому, что в Петербурге выборы сейчас в сентябре. Поэтому сейчас, чтобы народ лишний раз не дергать, ну, пару месяцев можно цены не повышать. А водочка, минимальная цена на крепкий алкоголь, минимальная розничная цена на водку, пишут, вырастет сейчас вот до 300 рублей за пол-литра, да, на коньяк с 517 до 556 рублей, да. Значит, повышение акциза на алкоголь, рост затрат на производство алкогольной продукции. Вообще здесь я хочу сказать, зря наезжают, конечно, на алкашку, то, что здесь сейчас у нас пьют. По меркам Советского Союза, как пили тогда, сейчас не пьют вообще. Ну, слушайте, там какое-то, да, растет потребление, но оно не растет не настолько принципиально, что прямо вот мы здесь, значит, как-то там сильно бы спивались. А вообще про водочку, ну, смотрите, за последнее время водка стала сильно доступнее, да? Вот в 2023 году на одну зарплату, на одну среднюю зарплату можно было купить 105 литров водки. Это максимум за последние 25 лет. Нормально. Вот. И если, кстати, в 2011 году можно было купить 91 литр водки, в 2014 – 59 литров. А в 2021 – 89, в 2023 – уже 105 литров. Значит, якобы это было связано с тем, что правительство там планомерно снижало, там старалось там снизить алкоголизацию, сделать алкоголь менее доступным, да. Значит, почему так? На самом деле здесь немножко по-другому. Правительство поступило гораздо умнее, да. Значит, здесь кстати, в Советском Союзе, при том, что водка была намного дороже. По отношению к зарплате вообще невероятно. Но вот если в России на одну зарплату 105 литров водки, да, я сказал, в России в 70-е пол-литра было 3,62 стоило, и с обычной городской зарплаты можно было купить, ну, 15, ну, 20 литров. То есть доступность водки выросла в 4,5 раза, да. И, ну, в чем фича? По этому поводу считали в Высшей школе экономики, что в России налогообложение выстроено так, что 1 грамм спирта, да, в составе водки оказывается дешевле, чем в составе пива или вина. То есть низкие налоги на водку правительство компенсирует те, кто пьет вино и пиво. Вот это есть такое прогрессивное налогообложение. Да? Значит, кстати, в СССР был такой народный показатель, он назывался нажористость. Да? Он, или там называли грамм, градус, копейка. И по этому показателю эффективнее всего было нажираться крепленным таким плодово-ягодным, как называли там, плодово-ягодным, еще там плодово-выгодным вином или винным напитком. Там такие были совершенно убойные напитки, про них говорили там. Типа приходит мужик в магазин, говорит, девушка, дайте то, как горы называются, сам сказать, боюсь, вырвет. И здесь вообще рост цены водки, он еще отражает и возвращение монополии на водку. Он показывает, говорит о низкой производительности труда. То есть, когда у вас низкая производительность труда в стране, то самое выгодное – это оплачивать ваш труд каким-то таким сильно подакцизным товаром. Ну, условно говоря, да, вы плохо работаете, но мы у вас и то, что вы заработали, мы у вас забираем через водку. Да, работаете плохо, а водочка у вас, ну, мы у вас просто водку вам наливаем, государственная монополия, и мы забираем фактически у вас эти деньги обратно, потому что себестоимость производства водки
ничтожная. Но здесь сейчас правительство умное, и оно старается не огорчать основных потребителей водки, потому что они целевой электорат, они важные, важная социальная группа, замечательная. Пускай платят за, кто хочет пить алкоголь, пускай и платят больше те, кто хочет вот этот городской тип потребления, вино и пиво, пусть платят большие города. Они это и платят, но вот сейчас немножко решили все-таки добраться и до водочного потребления. Так, что у нас еще интересным случилось в наших новостях? Да, госпошлины, дорожает оформление загранпаспорта нового образца с биометрией. Там еще у нас разводы у нас подорожали. Соответственно, тоже за разводы надо платить деньги. Ну, про разводы, понимаете, какая история? У нас ведь тоже правительство умное. Оно все понимает. Где у нас большие пособия, самые большие получаются пособия на одиноким родителям, одиноким матерям. А там, где больше всего детей рождают. На Кавказе. На Северном Кавказе. Вот там крепкие семьи, но на детей пособия. А потому что там все понимают, что брак это тот, который заключен по местным там законам. Не будем уточнять, да, то и брак. И то и нормально. Там есть своя система принуждения к выполнению тех обязательств, которые решают. А если можно официально развестись для того, чтобы получить какое-то пособие дополнительное, а что не развестись-то? Вот, и правительство понимает, оно говорит, ну, давайте больше за это будем брать дополнительно. Что у нас еще из новостей? Ну, кстати, к транспортной доступности, вот я смотрю здесь на ленту, пишут, что самолеты Airbus, да, собираются российские авиаперевозчики, собираются выводить из эксплуатации парк самолетов Airbus. А запчасти кончились. Это на Airbus'ах стоят движки проводные американские. Видимо, уже по какой-то причине получить запчасти не представляется возможным, ну или совсем уже это стало невыгодно, да, поэтому, да, правда, Уитни отличные моторы, но их нужно тщательно обслуживать, нужны оригинальные запчасти, ну и, видимо, компании поступают совершенно ответственно, когда они думают о том, что, ну, лучше вообще отказаться от самолетов, чем рисковать двигателями. Да, значит, поэтому, видимо, и ту часть парка, которую уже использовали для, соответственно, для того, чтобы снимать с одних самолетов, там запчасти представлять на другие, ну, соответственно, эта часть парка уже, видимо, тоже закончилась, да. Нет, я похвалю компании, которые так делают, потому что они, значит, когда компания отказывается от использование техники с проблемами в обслуживании, значит, она ответственно относится к безопасности своих пассажиров по-настоящему, а не по глупости, да. Ну, а, соответственно, сокращение авиапарка, и оно уже сейчас привело к подорожанию авиационных билетов, билеты в России дорожают, нагрузка на авиапарк возрастает. И, соответственно, придет к тому, что люди будут, ну, или больше ездить поездами, значит, будет спрос, поезда тоже будут переполнены, или будут сидеть уже дома и никуда не ездить, а как вы хотите. Да, все, сиди дома, вон, есть торговый центр, есть промплощадка, есть курьер, что-нибудь тебе привезет, есть телевизор 24 часа 7 дней в неделю. Совершенно никуда не надо ездить. И паспорт тебе не нужен, да, вот, снижение вот этой вот транспортной мобильности. Понимаете, когда говорят о том, что вот у нас там случилось то, случилось это, там оно работает, не работает, я всегда советую исходить из такого представления, что получилось, то и цель. Что получилось, то и цель. Что вот хочется, то и... Что начальству хочется, то в итоге и получается, да?
Потому что экономика, она такая вот коварная волшебница. Она делает не то, что вам, то, что вы говорите языком, а то, что вам хочется на самом деле. Вообще, вот я обещал рассказать, в чем принципиальное отличие РФ от Советского Союза. И на чем, в принципе, Советский Союз сильно поскользнулся. Дело в том, что Советский Союз обещал достижение каких-то целей в измеримых показателях. То есть СССР, он твердо говорил, вот коммунизм, мы будем строить коммунизм. Что такое коммунизм? Коммунизм, все понимали, не будет денег, и все будет доступно. И вопрос, и люди могли сказать, ребята, а где коммунизм-то? Я понимаю, что вот коммунизм. Это когда денег, все товаров много, а денег, значит, у нас деньги нам не нужны, у нас все есть, да, мы строим. И когда стало понятно, что нет, все, идем, а коммунизма нет, конечно, народ стал заводиться, только в магазинах все пустеет. И российское правительство в этом смысле хитрее. Потому что оно ведь не обещает никаких достижимых целей. Таких целей, что можно было бы измерить. Оно говорит, вот мы потратим столько денег вот на то, на это, выделим, потратим и так далее. Ну, отлично. Ну, а мы знаем, ну, хорошо, они потратят эти деньги. А будет нам лучше от этого жить? А хрен знает. Кому-то лучше, кому-то нет. То же самое, как вот эта история с... Вот все говорили, там, доступное жилье. Да ни в одном документе официальном нет слова про доступное, ни про какое жилье. Есть слово про обеспечить доступность ипотеки. Раз, поддержать строительную отрасль. Два, для себя в документах все было четко правительством прописано. Да, будем давать доступные кредиты. Что будет с жильем? Ну, слушайте, Ежу, понятно, что если вы резко увеличиваете возможности к приобретению какого-то товара, субсидируете приобретение какого-то товара, цена на этот товар будет расти. Инсайдеры, которые знали о том, как будет действовать правительство и как оно планирует поддерживать эту ипотеку, они, конечно, разбогатели очень сильно. Те, кто сообразил сразу взять, у кого были сбережения, возможности, кто сразу сообразил схватить вот эту ипотеку под 8% в домах высокой степени готовности, они были молодцы. Эти люди четко сразу получили возможность, заработали, приобрели, смогли как бы вписаться в эту ситуацию. Кто не смог, ну, простите, тот опоздал. Тот, что называется, правительство может сказать, ну, сам виноват, надо было смотреть поумнее, да. Вы знаете, вот эта ситуация на самом деле, что Советский Союз обещал строить коммунизм и никак не мог к этому приблизиться, Россия ничего такого не обещает, да, Россия, наоборот, говорит, что прошлое куда-то мы там, да, то будет традиция, да. А что такое традиция? А каждый может сказать, что вот тебе традиция, и все хорошо. Мы не обещали тебе, что у тебя будет все классно, мы обещали тебе традицию. Это разные вещи. Так вот, был такой фильм великого режиссера советского Юлия Райзмана, надо будет как-нибудь мне его фильм рассказать, потрясающий человек, была уникальная судьба. Он снимал абсолютно такое советское кино, но когда ты его внимательно посмотришь, у тебя волосы на голове будут шевелиться. У него был фильм, значит, такой назывался «Твой современник». И вот он начинается фильм с того, что там один из таких центральных эпизодов. Вот начало, да, парень, студент, Москва, да, это такой, знаете, вот «А я иду, шагаю по Москве». Это как раз фильм вышел в это время, да, вот такой там московский студент, а там тоже показан московский студент. Он идет брать из ремонта босоножки. Ну, у него есть подруга, значит, там у нее ребенок, он берет, он попросил его, она работает, попросил его сходить за босоножками. Он берет и говорит, а что ж, говорит, вы не починили? А он говорит, вот, ну вот починили. А здесь не починили. А что тут уже чинить-то? Да, ладно, потом он бежит, покупает две бутылки кефира. Там приносят там, две бутылки кефира там, ее ребенку, а ему говорят, а что ты, говорит, не на обмен не взял бутылки? Это же 30 копеек.
То есть 30 копеек – это много. 30 копеек – это имеет смысл сдать бутылки, побегать. И потом ему, значит, говорят, что говорит, сходи, поговори с тетей Дусей. А говорит, а что случилось? Говорит, ну вот Катя там у нее деньги взяла в долг, верни. Он говорит, у меня нету, я не знал, не могу. Ну договорись. Он идет к этой тете Дусе. Еще раз, это 65-й год. Это через 100 лет после Раскольникова, через 100 лет после преступления и наказания советский студент, советский уже студент, приходит к старухе-процентщице. Приходит к старухе-процентщице. А тетя Дуся такая сидит, говорит, деньги принес? Нет. А что ж ты? Чему тебя, говорит, советская власть учит? Говорит, взял, отдай. Говорит, тетя Дуся, ну денег нет, ну проценты, вот, ну вы же берете. Он говорит, а что ты хочешь, чтобы тебе бесплатно все? Коммунизм-то вы еще не построили. И действительно не построили, действительно понятно, что как бы... А это уже 5 лет, как партия объявила, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И 5 лет прошло из 20 обещанных. И сидит в центре Москвы, сидит тетя Дуся, которая дает проценты большие, и нету денег заплатить. А там еще такой момент, что вот эта главная героиня, там подруга этого, значит, парня, она бригадир в бригаде коммунистического труда. То есть вот, и у нее нету денег, и она вот проценты ребенок, нету денег, это нищета. И только-только-только начало все налаживаться, да, у нас накопить-то ничего не успели просто наши люди. Поэтому здесь вот это такая сложная, тяжелая история с нашими деньгами. И обратите внимание, проблема, когда вы обещаете вот с этой точки зрения что-то достичь, да, а потом не можете, это большая проблема. Поэтому власть сейчас не обещает такие показатели, которых оценить, достижения которых вы не можете. Ну да, как я помню, квартиру в Советском Союзе обещали решить квартирный вопрос к 2000 году, но так или иначе, квартирный вопрос не решен и сейчас. И решить его можно только таким образом: строить. Но вот тут уж выбирать. Или вы хотите строить, чтобы людям жилось хорошо, и думаете о том, чтобы людям жилось хорошо, или вы думаете о чем-то другом. И вот то, о чем другом вы думаете, вот то экономика для вас и сделает. Что получается? То и цель. Ну что же, спасибо большое за внимание. Буду канал «Ищем выход», работаю благодаря вам. Естественно, вы можете его поддержать в любое удобное для вас время, в любой удобной форме. Спасибо, до встречи через неделю. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.